Ого, Сталинград, тут вообще прям люди от души накидали. Это такси типа, видите, там вон сидухи. То есть это как бы у них маршрутки все стоят нормально. Так, она меня не пропустила. Это такой фонтан. А если ты, кто смотришь канал, еще до сих пор не подписан, то обязательно подпишись, тем самым ты поможешь продвижению моего канала. Поставь лайк и напиши комментарий. От души душевно. То есть, ребят, давайте еще раз покажу. Ну вот я вышел оттуда, вот князь Владимир. Видите, парковка все в машинах. А летом, когда был байкфест, ну то есть с Госфорта, где байкфест проходит, я сегодня там снял видос. Все приезжали сюда, и тут было все в мотоциклах. То есть вот это, вон там, все было в байках. Ну, то есть нереальное количество байков было. И у меня, по-моему, есть видос, я его смонтирую и выложу, ну, когда-нибудь, надеюсь. Он снимался не на GoPro, а на китайскую камеру, но тем не менее у меня есть эти видео в архиве, поэтому подписывайтесь, оставайтесь на канале и увидите эти видосы по-любому. Ага, надо с той стороны зайти. Слава русскому флоту. Блин, интересно, тут платная парковка? А, ну да, зона. Ладно, ух ты, посмотрите, как красиво выполнены памятники. Реально, вообще мощно. Очень красиво. Так, адмиралу Павлу Степанову Нахимову. Засвечивает? Ну, я все зачитал. Ух ты, давайте перейдем дорогу, вон там посмотрим, что. Блин, тут столько всего. Стой! Так, 1941-42. Слава погибшим. Вон там тоже какие-то памятники. Блин, ребят, столько всего. Ну что это за будки? Непонятные. Сейчас заценим. Так. Подвигу, Севастополь. Городские организации. Приморская армия. Смотрите, красивую фотку можно сделать. Шик. Блин, очень красиво. Так, идем дальше, ребят. Так, Севастополь, медаль. Роза, Москва, роза, медаль. Так, крепость Брест. Дальше, вот тут даже сам Ленинград. Даже мягкую игрушку поставили. Все, пройдем. Так, ребят, давайте, Киев. Слава. Ого, Сталинград. Тут вообще прям люди от души накидали. Одесса. Дальше идем, вот еще сверху памятники. Новороссийск, города-герои, Керчь, медаль, Минск, медаль, Тула, медаль, Смоленск, медаль, Мурманск, все. Фу. Все, ребят, топим дальше. Песик куда побежал? Так, она меня не пропустила. Ну, женщина все-таки за рулем. Всякое бывает. Еще думала, знаешь, типа такая, а пропускать его нет. А, ладно, поехали. Так, что у нас тут? Ну, давайте посмотрим, что там на доске почета. Так, указ президента Верховного Совета СССР. Там Ленин, вон значок. Ну, здесь, то есть, на сегодняшний день висят люди. Не старых времен. А, ну, относительно недавние. Так, я вошел в сквер. Здесь вот фонтан. Летом, наверное, он работает, я так думаю. Ну, по-любому, 100%. Он просто не может не работать. Лавки, везде лавки. Люди сидят, отдыхают. А, людей, кстати... Да, хотя и в Ялте столько же. Ну, в общем, много людей. Я не знаю, они местные, отдыхающие. Скорее всего, местные. Такое ощущение, что никто не работает. Там вот памятник кому-то, но я уже туда не пойду. Вот это центр. Ну, вернее, центральная улица, да? Блин, посмотрите, все зелено. Разная растительность. Реально разная. Я думал, что
В Севастополе меньше зелени, ну, честно, не особо, все так же. Прям какой-то гигантской разницы между Ялтой я не вижу. Мне не холодно, я вот так гуляю. Многие люди, знаете, там ходят в теплых куртках, ну, честно, реально тепло. Особенно если ты бегаешь, ходишь, то вообще куртка тебе точно не нужна. Не, однозначно в Севастополе есть где погулять, есть, ну, как себя развлечь. Я сейчас не про магазины, я про красивые места. Однозначно. Да. Севаст крутой город. Положительные эмоции вызывает. Смотрите, тут какая-то такая аллея. Прикольно. Куча лавок везде. То есть можно сесть, отдохнуть, кайфануть. Летом тут бомба, наверное. Это такой фонтан. И дан, та-да-да-да-да-да-дан. Музычка. Здесь даже есть на прокат скейты. Ну, не скейты, а эти борды, как они называются, правильно. Круглосуточно. Нормальная тема. И тут есть и второй этаж. Вот тут мы кушали пиццу с Жекой. Летом. Была такая движуха. А вот тут где-то мы с Жекой пинались. Ну, не против друг друга, а файт был против других чуваков. Шавуху продают. О, магазин 24. Помню этот магазинчик. Кабан, ты не увидел? Короче, кабан, это проходило. Вот здесь вот движуха была такая, ну ты понял, да? Жека куражил в этом магазине потом. А, я тоже куражил. А вся движуха вот тут проходила. Было, в общем, весело. Хука Плейс, знаменитая кальянная. Клуб Бешник, караоке. Музычка начинается. Смотрите, как тут узко. Тачки припаркованы. Реально. О, пут. Пут я люблю, магаз, может забежать? Ребят, смотрите, купил бананы, 3 банана по акции, 650 грамм, 58 рублей килограмм, и мне вышло 30, ну, округлим, 38 рублей, нормально. 1696 год, 300 лет российскому флоту. Жека, тебе памятное видео, я помню, ты здесь, короче, куражил, ну, мутил фишечки, это было год назад, поэтому вспоминай. Воспоминания. Тут еще Серега был, мы с ним тогда познакомились. Вроде бы его Серж звали. Чувак такой отвязный. Я, если честно, в афиге, что тут вместо такси и трамваев, вот, это такси, типа. Видите, там вон свидухи. То есть это как бы у них маршрутки в Севасте. Это нормально. То есть если вы будете в Севасте ездить на пароходах, катерах и яхтах, и вы отдавать там, ну, к примеру, я не знаю, сколько за проезд, там, 30 рублей, 40, то... А, 24 вообще женщина мне говорила вот на том. То это норм. Как бы это нормально считается. То есть ничего необычного нету. Нормик. Все, ребят, наше путешествие на сегодня подходит к завершению. Я сейчас пойду до машины, сяду в тачку и поеду, наверное, домой. Ну, потому что пораньше вернуться. Скорее всего, Фиолент и Балаклаву не будем заезжать. Ну, посмотрим по настроению. Заранее с вами попрощаюсь. Всем мега позитива, бодряка. Ну и всего остального, вы знаете чего, парни, да? Если ты, кто смотришь канал, еще до сих пор не подписан, то обязательно подпишись, тем самым ты поможешь продвижению моего канала. Поставь лайк и напиши комментарий. От души душевно. GoPro стоп видео.